Что мы вчера делали? Мы вчера делали закваску из новой муки Бига типа 2. Значит, делали закваску, вызревала она у нас 18 часов. Вот что у нас получилось. По консистенции очень хорошая. Запах соответствует. Вот. И сегодня мы будем продолжать делать на мультибио типа 2.0. Римское тесто, собственно, мы будем в общем делать. Так, про закваску я уже сказал. Значит, она в норме. Сегодня будем доделывать римское тесто. Уже будем добавлять в закваску Бига муку мультибио. Значит, я уже отвесил часть муки. Сухие дрожжи. Мы полностью загружаем закваску. Сейчас опускаем пистомес. Высыпаем. Начинаем постепенно сливать воду. Воду небольшой объем, тестомес побольше чуть-чуть, поэтому периодически останавливаем тестомес, да, и поправляли тесто, чтобы оно у нас не болталось на крюке. То же самое мы делаем и сейчас, да, постоянно отсоединяем от крюка, если у вас небольшой объем. Все, домешалось. Плотное тесто получилось уже с хорошими глютеновыми нитями. Все, собираем все, накрываем крышкой и сейчас уберем в холодильник на 24 часа.